Вот мы, люди, пережившие войну, знаем не просто понаслышке или по книгам, по фильмам, что такое война. Это вообще, это страшно. Это горе, это кровь, это смерть, это голод, холод. Мы должны просто благодарить, что мы живем уже 75 лет под мирным небом. Мы, дети вот наши не знают, что такое война. И дай Бог, чтобы они не узнали, что такое война. Мы должны воспитывать в нашей молодежи именно патриотизм, любовь к родине. Все дело для созидания хорошей, благополучной жизни. Участвовать в республиканской акции по благоустройству таких памятных мест, это, конечно, очень важно. Это память. Это история, это те события, которые невозможно забыть, и их нельзя забывать для того, чтобы в настоящем времени в нашей стране было все хорошо. Утро субботы, солнце светит, нам благоприятно. Встал, сделал зарядку и приехал на данный комплекс. Настроение у меня, естественно, позитивное. Задача для меня самого внутри поставлена – это оказать содействие и убрать и помочь городским службам, и просто самому себе выполнить долг ради тех людей, которые сохранили нам жизнь, дали нам жизнь под этим мирным небом, сделать полезное дело для нашей любимой столицы.